Всем доброго времени суток, народ. Сегодня посмотрим, заценим такие папиросы под названием «Богатыри» от Погарской сигаретно-сигарной фабрики. Вот в таком вот они в подарочном металлическом боксе идут. Вот, что мы видим. Вот, ПСВ. Вот здесь 25 папирос. Вот, точно такие же у них есть «Богатыри», только надпись немножко по-другому, по-моему, сделана. И оранжевая пачка. Вот, у меня есть на них обзор, можете посмотреть. Сегодня посмотрим вот такие вот «Богатыри». Что хочу сказать по самим папиросам. Вот, здесь такая вот надпись у них рассказывается. Вот, потом тоже тут оранжевого цвета «Богатыри». И вот как у нас выглядят папироски сами. Папироска точь-точь-точь-точь копирует своего клон, короче, вот этих оранжевых «Богатырей». Вот здесь надпись «Богатыри», «Москва» и циферка 6. Вот. Тоже они очень длинные, они длиннее, чем формат Беломорканала. Вот. Ну, и все. И вот, честно, вот то же самое, что взять пачку, они поменяли просто на такую. И точно такие же вот по дизайну папиросы сюда впихнули. Ну, запаха у них как такового нету. Друзья, сейчас закурим эту папироску и сравним с этими оранжевыми «Богатырями». Есть ли какая-то разница? Но это делать я буду, друзья. Вот. Ноу-хау. В принципе, как папиросу где-то взять, да, закурить. Это очень круто, красиво посмотрелось. Но вам начнет смола обжигать и резать, щипать язык, губы. Понимаете, чтобы этого избежать, что мы делаем? Мы берем фильтр, который применяется в самокрутках. Вот, я обычно покупаю угольные фильтры. Вот, мы ее сюда вставляем, его, и все. И у нас готово. Вот, опа, видали? Вот, и можно спокойно на улице достать, не бояться, что у вас горло першить начнет, и закурить папиросину. Люди на это обращают внимание. Круто. Ну, давайте закурим эти «Богатыри». Как мы видим, смолы здесь выше крыши, но, опять же, если бы я сейчас сделал бы затяжку без фильтра, мне бы начало щипать жжение, дискомфорт во рту. Вот кто-то к нему привыкает, например, мне, ну, я не хочу, чтобы вот эти вот, мне жгло, жжение было, да, хоть, ну, в принципе, тут и ничего такого критичного нет. Вот, давайте маленькую затяжечку сделаем этих папирос. Маленькие затяжечки идут отлично, вообще ничего плохого. Потустороннего здесь не чувствую я. После вкуса оставляет свое такое табачное. Неплохо. О. Большая затяжка. Опять же, точно такой же привкус они дают, как оранжевые «Богатыри», только оранжевые «Богатыри» в двух вариантах есть. Это вишневый трубочный табак и ванильно-трубочный табак. Вот здесь точно такой же, такие же «Богатыри», только без ароматизации. Вот, наверное, что я могу сказать. Вот, по крайней мере, с фильтром я их выкурил, потому что это была последняя штучка. Я их выкурил, ну, какие с фильтром, какие без фильтра. Вот с фильтром мне сам больше понравилось. Здесь не пропадает табачный вкус у них, табачный. Здесь послевкусие остается и нету дискомфорта никакого при курении. Вот чем мне нравится фильтр. Но наберет, вы сами понимаете, здесь смолы очень много, очень. И фильтр, в принципе, он весь желтый, чуть не черный станет. Он забирает все это на себя, он справляется со своей задачей. Так что даже вот на постоянку можно их курить. У вас никакой с утра не будет отхаркиваться. Ничем. Вот, ну, говорят, долго, приятно. Ну, перейдем к делу. Рекомендую ли эти «Богатыри» или нет? Народ, все же как сувенир. Я их рекомендую. Или просто, чтобы лежали, чтобы иногда вот просто покурить чем-то или под что-то. Вот эти вот папиросы. На постоянку нет. Это будет очень дорого. Сейчас скажу, сколько я отдал. Я отдавал 03-18. Здесь изготовлено, когда 250 российских рублей. В России покупал. Я считаю, это дороговато, но хотя бы, если люди хотят натурпродукт, им не жалко денег, в принципе, так и должно быть, не жалейте на своем здоровье. Нельзя на своем здоровье жалеть, на свое здоровье, так что лучше уже
Можно курить на постоянку. Это очень круто, сильно выглядит. Такую папиросину достанешь. Пыханешь, горят долго они. Эти папиросины ты накуришься. С фильтром они не такие крепкие, они такие благородные. Так что, кто может позволить себе 250 рублей, пожалуйста, покупайте. Только что пачка здоровая, и куда-то надо сумка, чтобы большая была, носить с собой. Вот. Ну а так, для себя я их больше не куплю. Мне ничего тут такого сверхъестественного, вкусного нету. Та же путина от Пагара в разы превосходит их. Вот. И путина 18 папирос стоит там 70 с чем-то. Ну пусть максимум 80 рублей. Вот. 18 папирос в разы превосходит по вкусу. Там вкусу благородный, совсем другой. Настоящий, хлебный, табачный. Вот. Ну, здесь немножко не тот калибр, но обосрать его тоже нельзя. Так что я их рекомендую, но больше как сувенирный экземпляр. На каждый день, ну, я бы такие для себя не брал. Может, ты возьмешься, не знаю. Смотрите сами. Так что фильтр вообще ништяк вот такой вот. Умеете, да? Вот, подписывайтесь в группу ВК. Там у меня анонсы, обзоры, там голосуют за те видеоролики, которые хотят люди увидеть. Все, всем спасибо и до свидания. До новых встреч, народ. Пока-пока. Богатыри, в принципе, неплохо имеет место быть. Чао.